В минувшие выходные в Ульяновской области прошла интеллектуальная битва умников и умниц со всех уголков Приволжского федерального округа. Команды школьников из 14 регионов ПФО приняли участие в окружной олимпиаде в надежде заполучить лавры победителей. Ульяновская область на соревнованиях представляла команды из 11 ребят, каждый из которых прошел серьезную подготовку в своем направлении. Честно говоря, я знаю, что физкультура все хорошо, а биологию, химию, думаю, тоже получится. Там логика. А вот соперники ульяновских умников из Пермского края придерживаются другой тактики. Но у нас есть такие ребята, кто ездит, например, на всероссийские олимпиады по географии, по русскому языку, по литературе, по истории. Но я себя не позиционирую как-то в определенной области. Я считаю, что важно знать все помаленьку. Олимпиада состояла из 4 конкурсных испытаний. Решение изобретательских задач, игра «Что, где, когда», состязание по робототехнике и программированию. Нешуточные страсти развернулись на площадках Дворца книги, Педагогического и Технического университетов, а также в областном Дворце творчества. Глядя на участников сегодняшнего мероприятия, понимаете, что это такой золотой фонд молодежи Приволжского федерального округа здесь у нас присутствует. По итогам мероприятия регион, одержавший победу в общем зачете, получил кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО. В этом году главный приз увезла команда Кировской области. Ульяновские ребята заняли 4-е место. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.